Привет, суперученики! Сегодня я предлагаю изучить спряжение глагола «хотеть» в настоящее время. Я хочу, ты хочешь, он хочет, она хочет, мы хотим, вы хотите, они хотят. Прошедшее время. Я хотел, ты хотел. Он хотел, она хотела, мы хотели, вы хотели, они хотели. Будущее время. В будущем времени лучше использовать этот глагол с приставкой «за», «захотеть». Я захочу, ты захочешь, он захочет, она захочет. Мы захотим, вы захотите, они захотят. Дорогие ученики, пишите в комментарии примеры, используя этот глагол. Ждите новые видео. Пока!